Всем привет! Я нахожусь в усадьбе Брюса в музее ретро-автомобилей. Очень интересно. Это видео про Горинки, про усадьбу Горинки. Мы ездили в Горинки с ассоциацией планеристов. И я сделала много записей, но, к сожалению, они были утрачены. Я их удалила. Вот. Поэтому немножко там осталось, вы сможете посмотреть. Зато я смогла сделать кое-что по челленджу, так как Горинки — это была шиха. И у меня есть две вот такие открыточки. И... Секунду. И вот такая. Вот, поэтому, ну, посмотрите, что получится. Немножко там порисовала. Ну, в общем, короче, все смотрите. В конце там я прокомментирую. То, что в конце, не пропало. В смысле, я не удалила. А вот, в общем, смотрите. Ну, все, тогда прощаюсь с вами. Наслаждаюсь дорогими машинами. Шикарными. Вот эта вот машина, это Хорх. Мой дедушка рассказывал, что у них был такой вот трофейный автомобиль. Он ездил на нем. И здесь он тоже трофейный. Не знаю, видно или нет. Все, всем смотрите видео. Так, вот усадьба. Вот это место я ищу. И оно, судя, там вот видны какие-то балкончики, оно там. Но там какие-то работы идут. Ладно, пойдем попробуем. Что да, это оно, фотографируем да, с другой стороны. Где машина? Кабина стоит, а тут фотографируем. Ага, спасибо большое. Вот так вот я за гаражу открыткой.
удалиться полностью с территории. Оказывается, там еще одни ворота, которые он тоже закрывает. Я не знала. И, в общем, ну, я уехала насовсем из Горинок. Формат рисования в помещении на некоторое время я оставлю, не буду записываться на него, потому что я понимаю, что мне тяжело. Я не первый раз приезжаю и не могу найти интересное место. Как правило, это связано с тем, что помещение все-таки ограниченное пространство, художников много. И как бы особенно кто поздно приезжает, практически невозможно найти интересных мест. Да и как бы вот сегодня было просто все мимо, что называется. Хотя все мне понравилось, интерьер понравился, замок понравился, но не вдохновило. А на улице как бы я быстрее нахожу, что мне порисовать. Там мне больше мне нравится. Вот, буду приезжать на улицу. Но зато. А что я хотела сказать? А, ну, зато увидела я вот эту вот часть круглого здания. Это, кстати, элемент классицизма. И забыла, как он называется. Но поскетчить его толком я не успела. Потому что в здании там мучилась, не знала, что рисовать. В общем, тупо просто невероятно. Ну, надеюсь, у меня еще получится туда приехать порисовать. А до водопада не дошла. Там надо куда-то за забор было идти. В общем, я уже не успевала. Меня зовут Виктория Щербакова. Я художник-пастелист, скетчерист и так далее. Всем пока. А это там виднеется усадьба Пихра Яковлевская. Очень люблю там гулять с собакой и рисовать ее. Посмотрите, какой прекрасный вид. Я тут как маяк какой-то в кустах стою, чтобы какой-то более-менее деревья, что ли. Не все вам на меня в машине смотреть.